Привет всем, меня зовут Лев, сейчас уже работаю тестировщиком. До этого момента работал в сфере предоставления услуг, конференции, мероприятия и тому все подобное. Сам закончил телекоммуникации, поэтому в IT-сферу все-таки хотел вернуться, подсказал друг обратить внимание на тестировщика, прислал книгу, первая книга, наверное, каждого тестировщика «Савин», как тестирование для домохозяек. Ну, почитал, понял, что это мне интересно, мне это понравится. Начал искать, где бы можно, кроме того, что самому посчитать, научиться, кто бы меня направил, где бы практику получить. Наткнулся в интернете, побродил интернет, посмотрел разные школы тестирования, их, кстати, очень много. Но выбрал именно школу SkillUp, как раз благодаря таким отзывам, как я сейчас делаю это, во-первых, во-вторых, благодаря гарантиям, в-третьих, благодаря тому, что предоставляют действительно реальный опыт и преподают люди, которые реально работают в тестировании. Также очень помогла программа коучинг по трудоустройству, причем после второго уже занятия пересоставил свое резюме, сразу с одного отосланного резюме сразу позвонили в тот же день с той компании, в которой я работаю. Благодаря этому же коучингу прошло очень хорошо телефонное собеседование, скайп-собеседование, ну и благодаря самой программе скиллаповской хорошо прошло техническое собеседование. Сейчас работаю тестировщиком в компании NetCracker. Всем спасибо, всем советую эти курсы и удачи!